Священный месяц Рамазан – это время молитв и благих деяний. Каждый мусульманин старается как можно больше помогать страждущим, протягивать руку помощи, не быть равнодушным к чужой беде. Рамазан – это и время благотворительных акций, в которых принимают участие и представители духовенства, и спонсоры, и меценаты, предприниматели. Так, в мечети Халифа Алтай при поддержке усть-каменогорского титано-магниевого комбината состоялось благотворительное мероприятие. Рамазан – месяц благих помыслов и чистых намерений. Множество людей сегодня нуждаются в поддержке и помощи. Для них очень важно внимание, которое они получают от своих благодетелей. 100 малообеспеченных семей из усть-каменогорска в рамках благотворительной акции получили продуктовые наборы в мечети Халифа Алтай. С начала месяца Рамазан два благотворительных фонда Казахстана «УАКИП» и «Зекет и благотворительность» провели множество акций в поддержку малоимущих. Сегодняшнюю благотворительную акцию мы провели при поддержке фонда «Зекет и благотворительность», а также благодаря спонсорской помощи титано-магниевого комбината. Добрые дела, независимо от того, большие они или малые, в месяц Рамазан приумножаются, говорят представители духовенства. Это благотворительное мероприятие не последнее, они будут продолжаться. Совсем недавно совместно с университетом провели ауза-шар на 1000 студентов. Кроме того, ежедневно дается ауза-шар на 500-300 человек. А также впереди кадыр-туны, и подготовка к этому идет полным ходом. 100 малообеспеченных семей получили продуктовые наборы, состоящие из необходимых продуктов. Это рис, сахар, макароны, мука и многое другое. Я рада, что в этот священный месяц проводится благотворительная акция. Всем этим добрым людям желаю семейного благополучия и счастья. Спасибо большое организаторам таких акций. Стоит отметить, что священный месяц был проведен ауза-шар для более 20 тысяч человек. Также 2787 человек получили благотворительную помощь. Ирина Санникова, Сая Жайраскызы, Максат Нигметов, Алтай Акпарат.